мемлекет башысы күнделікті тауарларға, азық-түлік өнімдері және дәрі-дәрмекке бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу үшін тиісті шараларды қабылдауды тапсырды. Өкілетті органдар мен әкімдердің түпкілікті міндеті бағаның себепсіз өсуін болдырмау. На первое направление программы, где предусмотрено трудоустройство безработных и самозанятых граждан в рамках реализации инфраструктурных проектов, выделено 84 миллиарда тенге на 5243 проекта. По нашим данным, 10300 человек было устроено через центры занятости. В том числе 7000 человек – это проекты Нурлыжол. Сегодня в реестре государственных услуг Башанабдирович насчитывается 739 наименований, из которых 530 можно получить через портал электронного правительства и госкорпорацию. Башанабдирович, социальные выплаты по родам, назначение социальной выплаты по умодействию из интересов. Работа большая проведена. Теперь главу государства поставлена задача об улучшении качества оказываемых услуг. Теперь на это надо упор делать. По открытию бизнеса там. Они даже лучше, чем в Грузии, условия вообще не могут. Вот потом мы эту... Мы работу продолжаем по Doing Business. Ожидаем сейчас вот результат Всемирного банка. Ну, 18 реформ приняли. Спасибо, что вот хорошо поработали. Амортизация в период с 8 по 15. Пусть бы по погашению кредита. Поэтому мы, может быть, поддержим предложение. По третьему блоку же. Где третий? Чтобы не тратить деньги. Хотел бы сегодня послушать. Время не есть. Настоящее время. Когда чем? Сама динамика была потеряна. До этого. Чем могут быть сейчас у нас инфляция? The biggest programs in the World Bank. Congratulate you with your new French government. So our leader economist is actually talking to Treasury. Здравствуйте, мы. У нас распит. Minister on behalf of the American Chamber of Commerce. November that this is already operating. Сизинде саталык төлемен. On behalf of. Добрый вечер, который. Я прокомментировать то, что было. Ты должность. Тем не менее, я тоже к ним. Just give a practical example about what Женя. Наших коллег. Тотальные основы, что здесь уже прозвучало, Верховным судом. 8400 километров общей стоимостью в долларах США. С Караганды до Караганды. Когда мы не знаем, что будет дальше. Дали параметры, ну, дорог. В тариф, ну, в такие, сама покупаем. Предлагаем отказаться от таких дорог. И... Так ситуация будет улучшаться? Да.